Всем привет! Меня зовут Лихачев Елизавета, Я директор Государственного музея Христианов Нещуйсема. Я рада всех приветствовать вас сегодня на этой лекции. Вероятно, это самая э, большая моя лекция в том плане, что на ней присутствует больше всего народа. Полагаю, что э, надеюсь на то, что моих слушателей сейчас больше, чем когда-либо. Если вы взять все все мои лекции и всех посчитать, то у вас больше, чем все мои слушатели когда-либо за всю мою жизнь. Значит, прежде чем мы начнем лекцию, я бы хотела выразить свою искреннюю глубокую благодарность компании Pipe Media за то, что она помогла нам в организации этого события. И я очень надеюсь на то, что эта лекция не последняя, вернее так. Я надеюсь на то, что весь этот кошмар закончится, и что карантин мы скоро снимут, и мы все выздоровеем, будем здоровы и счастливы. Но, безусловно, этот формат, который мы сейчас тестируем, по большому счету, будет для нас востребован и актуален и в будущем. Я надеюсь, что мы с компанией Pipe Media еще неоднократно и много раз будем сотрудничать. А сегодняшняя лекция моя не очень, не очень длинная, посвящена на архитектурном стиле Москвы. И это то, с чего начиналась просветительская деятельность музея архитектуры в его новейшей истории. И поговорим мы сегодня с вами о том, что мы можем видеть на улицах города Москвы, города, в котором живу я, в котором живут мои коллеги, в котором находится музей. Москва ⁇ один из самых интересных архитектурных городов мира. Бесконечное многообразие архитектурных сооружений и монументов, которые у нас на улицах нашего города, нашего города стоят, делает его одним из самых интересных городов для прогулок и бесконечного поводу удивляться. Москва — город, в котором ты каждый день можешь ходить по улице, а потом случайно свернуть в, во двор увидеть там по дворе саввино монастыря, или случайно свернуть на переулок и увидеть дом Мельникова. Москва — это город, в котором а, количество архитектуры качественной гораздо больше, чем мы почему-то считаем. Нам все время кажется, что вот Рим, вот Париж. Париж вообще одно из самых скучных мест на Земле а, в отношении истории архитектуры, по крайней мере вот Лондон, вот там еще какие-то города, вот Гауди, там в Барселоне. А, как мне кажется, Москва на самом деле потрясающее место. И а, просто надо понимать, что вы перед собой видите, надо знать, куда смотреть, и надо любить свой город для того, чтобы, для того, чтобы правильно в нем жить, если хотите так. Значит, а с чего мы, собственно говоря, начнем? Ну, наверное, с карты. Это карта 17 века, она была нарисована. Одним немецким путешественником здесь очень хорошо видно, как Москва постепенно складывалась как городская структура. Значит, первая стена вокруг Москвы это, собственно, кремлевская стена. Есть, конечно, легенда, что Москва первоначально появляется на том месте, который сейчас называется Швива горка гора, Краснохолмская набережная, на Красных холмах, но эта легенда мало чем подтверждается. Итак, мы, собственно говоря, вот Краснохолмская набережная — это вот здесь вот, вот Швейва Горка. Значит, а, что мы перед вами видим? Мы, первая стена московская это Кремлевская стена. Вот она, вот Кремль, это самая древняя часть города. А, ну, если вы там, немножко знаете историю города, вы знаете, что первое о Москве относится к 1147 там, по году. Значит, и а, именно вот эта часть... Да? Кремль или детиница, если говорить на языком, или Кром, если псковским, да, является самой древней частью города Москва. Дальше идет китайгородская стена, вот она, да, которая вливается в кремлевскую стену и заканчивается в дозодной башне московского Кремля, вот она вот так вот, вот так вот. Да, пересекает, немножко отступает от кремлевской стены. Вот территория, которая частично сейчас является территорией нескучного сада. Опять мышка не работает. Да, и вот она огибает Кремль. А дальше стена белого города? Вот она пошла. Да? И, наконец, стена, которая садовое кольцо, земляной город. Вот она. Потом будет еще одна стена. А, да, а потом по последней границе города до 20 -го века это нынешнее третье транспортное кольцо. Значит, это Москва река, как вы легко догадались. Это река не глинная, а это Яуза. Соответственно, вот а это китай город, смысле, Красная площадь. Вот по этим каким-то вот таким маркам, маркерам мы с вами можем понять структуру и понять, как наш город в принципе устроен. Москва город стадельного типа, то есть это город, который системы посадов растет вокруг Кремля. Есть города с регулярной планировкой, нам всем известны, там, например, город Нью-Йорк или а, город Лондон отчасти когда-то был. Вот. Мы, Москва, город нерегулярной планировкой, мы родимся город растет системой радиальных направлений от центральной части, от центрального кольца и кварталов, которые возникают вокруг, вокруг этих радиальных направлений, магистральных. Соответственно, впервые, если мы говорим о московской архитектуре, московских памятниках, о том, что вы можете увидеть на улице города, вы всегда должны помнить две вещи. Первое, на протяжении 12 и первой половины 13 века Москва была частью Владимира суздальского княжества. Все, что в Москве строилось, так или иначе, отсылается к, тому, к той архитектуре, которая до сих пор существует на территории. Владимирской области, а, ну и отчасти там московской, там например. А, вы должны понимать, что я не буду рассказывать об истории московской архитектуры. Я покажу те памятники, которые сейчас до сих пор стоят на улицах наших, нашего города и которые вы можете в принципе в любой момент пойти и посмотреть. Но это Дмитриевский собор Владимирского м -м, города Владимира, который, в общем-то, я показываю именно его, потому что Успенский собор главный собор города. В 18 веке, в 17-18 веке был обстроен, и несколько видоизменен и сейчас по его внешнему виду очень сложно понять, надо быть специалистом, чтобы, для того, чтобы понять, как эта постройка выглядела до того, как вокруг нее появился тот обход, который есть сейчас. Поэтому я показываю Дмитровский собор, он меньше, но в общем и в целом он дает представление о том, что такое владимир суздальская архитектура, архитектура, на которой опираются первые московские зодчи. Если говорить о самых старых постройках Москвы, это, пожалуй, единственная постройка, которая <laughs> московская, но которая больше, к сожалению, не существует. Это собор Спаса на Бору, который был построен при Иване Калите в 1330 году. А Иван Данилович Клита был первым московским князем, который, получив ярлык князя Владимирского, Значит, начинает, начинает потихонечку уводить столицу княжества из Владимира Переносить ее в Москву. Именно при нем в 325-6 году резиденция митрополита переезжает из Владимира в Москву, и, по сути, именно он закладывает основы того города, в котором мы сейчас с вами живем. Соответственно, именно при Иване калите строится Успенский собор Белокаменный в Москве, не сохранился, значит, Архангельский собор не сохранился. Церковь Иоанна Лесточника под колоколы не сохранился. И он возводит новые дубовые стены вокруг города, вокруг Кремля прежде всего. То, на что вы сейчас смотрите, это собор Спаса на Бару. Это была самая старая постройка в городе, я ее показываю, потому что она утрачена совсем недавно, в 1935-1936 году, году он был снесен. Есть очень смешная легенда о том, как он якобы был снесен, якобы по воле Сталина, но тут, как говорится, это байка историческая. Тем не менее, очень жалко, потому что реально это была вот эта постройка, относящаяся к первой, 3 14 века, которая, по сути дела в своей архитектуре несет все то, что впоследствии станет, если хотите, фирменным стилем московской архитектуры. Прежде всего, основной объем собора, который обстраивается дополнительными пределами и обходами, поскольку церковь спаса, наоборот, церковь дворцовая, она связана так или иначе с дворцовой притворной жизнью, поэтому появляется достаточно большой нартекс, практически повторяющий по форме объемом западноевропейские вестверки, сложившиеся еще аж в X веке. Да, и мы с вами получаем такую довольно приземистую постройку с очень лаконичным лапидарным внешним языком с несколькими куполами, которые возводятся над каждым из пределов. Собор спас на бору. Постройка была очень влиятельной, еще и потому, что здесь в московской архитектуре впервые проявляется вот эта деталь – это много, много профильный, перспективный, романский по своей сути портал с щепцовым завершением. Для сравнения я вам покажу такой же, в общем, похожий очень портал на Дмитровском соборе во Владимире, где вы увидите, что завершение портала архивольт портала круглый. В то время как здесь он имеет килевидное завершение. И это вот келевидное завершение и станет конечно. Почему килевидное? Потому что напоминает киль корабля, то есть днище корабля перевернутого. Значит, это килевидное завершение и станет в конечном итоге одним из таких признаков именно московской архитектуры, московского поздней средневекового на Существующая на сегодняшний день самая старая постройка вот это, это Спасский собор, спас Андроникова монастыря в Москве, который находится в районе Таганки. Строился он в 1390-1327 годах неизвестными зодчими, но точно известно, что одним из инков этого монастыря был Андрей Рублев, и он расписывал этот собор. К сожалению, собор не устоял, он рухнул. И то, что завершение собора, который вы видите сейчас, это во многом историческая реконструкция, причем реконструкция, достаточно явившаяся результатом достаточно долгих споров среди специалистов. План подлинный, в плане мы видим крестово-купольную конструкцию, трехапсидную, значит, сложенную из белого камня. И, в общем-то, все понятно, как это все выглядело. А, как бы план не открывает нам каких-то новых, новых открытий, да, новых каких-то вещей. Но, тем не менее, на протяжении всего XX века ряд исследователей спорили о том, как собор выглядел на момент своей постройки. В конечном итоге было принято решение, его восстановили по, на этой картинке четвертой реконструкции Давида Подъепольского. Вот, вот так он выглядит сейчас. И здесь очень важно, а, идея состоит в том, что общая композиция храма получается пирамидальной, а, купол держится на рядах ложных скелевидных закомар профилированных, и а, центральная, а, центральные закомара, как бы закомара нефа, повышена по отношению к боковым компартиментам. Фактически мы с вами имеем дело с таким очень интересным а, московским, а, московским изводом, а, собранным из а, Владимира сузульского зодчества, отчасти новгородского зодчества, ну и под довольно угадываемым, пока последовательным, очень легким, но тем не менее западноевропейским влиянием. Чтобы вы понимали, 1390-1327 год, когда, по, время, когда строится эта постройка, это начало Возрождения в Италии, это а, 1425 год, а Мазачу заканчивает капеллу флоренции во а, Флоренции, и Брунелески уже почти достроил пол мы с вами имеем дело с таким вот местным изводом вот этих идей, которые начинают потихонечку проникать, в том числе и в Москву. Еще один памятник, который не находится на территории нашего города, он находится в ближайшем Подмосковье, это Успенский собор на городке, который строился при Юрии Гальском в 1400 году в городе Звенигороде. Это его нынешнее состояние, а это его реконструкция, которая в общем и в целом повторяет те мотивы, которые мы с вами только что видели на о, о Спасском соборе Андроникова монастыря. Дальше, если мы хотим с вами в полной мере оценить а, московскую архитектуру, мы должны вспомнить немножко историю. В 1400, 1439 году а, во Флоренции подписывается документ, который получит название Флорентийская уния, который отторгает от православной церкви, традиционно православных земель, часть приходов, и они уходят под Протекторат, как бы сейчас сказали, под, э, признают главой с, своих приходов папу римского. В 1462 году Иван III, великий князь московский, э, он становится великим князем, и он женится на софи Палеолог, э, и с этого момента Москва э, включается в семью того, как бы... Э, э, это, Оторванность э, нашей страны, Московской Руси, вообще Руси от Европы, которая возникает в результате татаро-монгольского нашествия, она потихонечку начинает э, разрываться. Окончательно она так и не разорвется никогда, на самом деле. Но, тем не менее, вот эта связь между Западным, западными, хри западными христианами и восточными христианами начинает потихоньку налаживаться. В 1478 году Иван III присоединяет Новгород, а в 1480 в сентябре 1480 года происходит событие, которое носит название Стани на реке Угре, которое ознаменовывает собой конец татаро-монгольского ига, Это конец 15 века. В 1497 году Иван III при Иване III издается первый свод законов уже Московского русского царства, первый после свода законов. Ярослава Мудрого после «Русской правды», который называется «Судебник Ивана III». И в конечном итоге, уже в самом начале XVI века, приблизительно в 523-24 годах, в конце первой четверти XVI века, в переписке, точнее, в посланиях псковского старца Филофея была сформулирована доктрина «Москва, Третий Рим». И с этого момента начинается совершенно новая страница в истории нашего государства, которая поддерживается в том числе и архитектурно. Строится новый Кремль, Иван по инициативе Ивана III начинается строительство нового Кремля. Первое, что начинает строиться, это Успенский собор. Успенский собор Московского Кремля строит итальянский архитектор Фераванти, который был приглашен в Москву. Он ломбардец, он жил в Италии, и его заслугам относится одна из башен Кастелло Сфорцеско в Милане он был довольно успешным, на самом деле, архитектором, но по каким-то причинам, наверное, я думаю, за гонорар приличный, московское посольство при Венецианском дворе приглашает его на работу в Москву. Он приезжает сюда как строитель, как прежде всего, как военный инженер. Дело в том, что татаро-монгольское нашествие, главный, если хотите, вред от него, состоял не в разграблении бесконечных русских земель, а в прерывании традиции, прежде всего, традиции архитектурной. Проблема была очень проста, Люди, которые не имели возможности строить большие каменные храмы на протяжении почти 150 лет, в конечном итоге э, утратили просто навык этого. И в Москве не было, вообще во всей России не было людей, которые были способны построить собор такого размера, каким является Успенский собор Московского Кремля. И в 1479 году, поступает в приступает к строительству, есть совершенно чудесная история, что он спросил, чего вы хотите? Э, и ему говорят, мы хотим, и вот везли его во Владимир, показали ему Успенский собор, сказали, вот хотим вот это. И он приехал. И построил здесь как бы, некую реминесценцию Успенского собора с одной только разницей. Успенский собор города Владимира это крестово-купольная конструкция. А Аристотель Ферованти построил зальную базилику по конструкции. Это не, в коем случае не крестово-купольный храм, это имитация крестово-купольного храма. То есть все купола, которые вы видите сейчас на картинке, они на самом деле декоративные. Если их снести, то конструкция не упадет, не рухнет, ничего себе не произойдет. Своды держатся на, 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 на мощных столбах. И на достаточно мощных стенах. Отсюда вот эти профильные порталы, глубокие перспективные порталы, часть старого собора встроена в Новый собор. А старый собор, который начинает перестраивать сначала псковские мастера, он несколько раз падает и Ферраванти приступает к строительству уже после нескольких неудавшихся попыток строительства Нового собора. и В конечном итоге Успенский собор Московского Кремля становится таким незримым символом того, что из себя представляет не просто московская, а вся русская архитектура? По форме и по внешнему виду это, конечно, Россия, но как только ты начинаешь смотреть на детали, ты понимаешь, что это не Россия, это итальянская архитектура, это итальянские мастера, это европейская традиция. И вот этот вот, культурный код, архитектурный культурный код, заложенный в наш город, он определяет нашу принадлежность. Когда идут споры по поводу того, что это Россия, это что, Азия или Европа? Я обычно отвечаю, что Россия, конечно, Европа, потому что никто не приглашал китайских или исламских архитекторов строить нам минареты или пагоды. Мы почему-то всегда звали итальянцев, и итальянцы для нас строили ту архитектуру, а это христианская архитектура, которая а, стояла на улицах их городов. Особенно это заметно, когда начинаешь анализировать другие постройки соборной площади, смотришь, например, на Грановиду Палату, а, которая стоит в Московском Кремле, которая была построена в 1487 1991 годах, строит ее Марко Руф и Пьетре, Пьетро Антонио Салари и руст бриллиантовый руст, который в России называют грановитым, да, гранат это, собственно говоря, есть драгоценный камень, бриллиант. Есть постройка, она стоит в Феррари, называется Палаццо Диаманти, Диаманти по-итальянски бриллиант, построена на 10 лет позже, чем грановитая палата в Кремле, и предназначена, в общем-то, для того же самого, то есть грановитая палата в Кремле, по сути, это северо-итальянская палаца, которая была предназначена для некого, ну это такая внешняя резиденция московского царя. Палаца Диаманти – Диамантии. это палаца, который был построен герцогом Феррара для, герцогом Феррара для своего сына. В конечном итоге вот эти вот реминесценции на европейское, особенно южноевропейское средиземноморское творчество, они начинают прослеживаться уже в работах русских мастеров. Это, прежде всего, церковь Фриза Положения, которая довольно-таки на самом деле традиционно, она вполне себе в традициях московского зодчества э, и Владимира суздальского зодчества. Она строится псковскими мастерами в 1484 -м, 85 -м годах, стоит она, она перед входом э, главным входом в Успенский собор. А с правой стороны стоит духов, э, духовская церковь, строилась она чуть раньше, в 1476 году, теми же псковскими мастерами в Троице-Сергейской лавре. Здесь очень хорошо видно, причем духовская церковь под колоколы. Да, видно, что у нее барабан а, купола, нижнее основание барабана купола – это колокольня. Таким образом и ар катодный колончатый пояс, который является прямым наследством Владимира Суздальского зодчества, и вот эти вот ряды келевидных закомар и келевидный же а, портал, и вот а, эти детали – это такой микс из севера из зодчества Северо-Восточной и а, Восточной Руси. В конечном итоге, вот еще один пример псковской архитектуры, псков, работы псковских мастеров в Москве, это Благовещенский собор Московского Кремля, обстроенный несколько раз. Собор являлся частью Великокнявского дворца, и поэтому вот, собственно говоря, тело собора, вот обход вокруг собора, и вот еще дополнительная галерея, которая была к собору пристроена. И это все уже четко отслеж... здесь уже четко отслеживается вот это вот влияние постепенно, пока не очень заметное европейской архитектуры на современную русскую архитектуру, и а в конечном итоге одна из главных и основных построек Соборной площади Московского Кремля Архангельский собор или Михаил Архангельский собор в Кремле, который строится в самом начале XVI века, 1505-1508 годы. Чтобы вы понимали, именно в это время сейчас донат абраманта снес базилику святого Петра и начинается строительство собора святого Петра в Риме. В 504, 500, в 504 году Рафаэль пишет а, обручение Марии Иосифа, и молодой Микеланджело уже изваял Пьету и изваял Давида. И а, это самое-самое, что у есть высокое возрождение, высочайшее, которое закончится как раз там, через 10 лет после окончания строительства этого собора. Строит его человек, которого зовут Альвис Новый. Он, судя по всему, при него толком ничего не понятно. Судя по всему, он был венецианским архитектором, который попадает в Россию, так же как в нее попал, собственно говоря, в свое время Аристотель Фиараванти. И мы с вами видим. Архангельский собор Московского Кремля, а теперь мы с вами смотрим на него с разных сторон, и мы вдруг неожиданно понимаем, что это не древнерусская церковная архитектура, как нам принято считать, а это вполне себе венецианская гражданская архитектура. Это школа де Сан-Марко, которая построена была за 15 лет до строительства Архангельского собора. Строили ее Пьетро Ламбардо и Джованни Буоро. А в 1490 году как раз фасад завершает человек, который звали Марио Кардуси. Когда начинаешь смотреть на, на фасад школа Ди Сан-Марко и смотришь на фасад Архангельского собора, как говорится, связь очевидна, и даже комментировать ее, честно говоря, не очень хочется. Еще можно сравнить школу, значит, Архангельский собор с еще одной интересной церковью Санта-Мария де Меракли, 1481-1989 год, Пьетро. А Итулио Ломбардо в Венеции тоже там за 15-20 лет до строительства Архангельского собора. И здесь становится понятно, что собор, который является усыпальницей русских князей и русских царей до переноса столицы в Санкт-Петербург, по сути, повторяет ряд очень важных построек северного возрождения. И таким образом связь между европейским и э, жизненным укладом, если хотите, да, Европейс... и Европы и России он прослеживается просто в центре э, будущего так, будущей российской империи. Ну и наконец последняя постройка, которую надо обязательно знать, это э, церковь Иоанна Лесточника под колоколы с колокольней. И вы сейчас смотрите на первую московскую колокольню. Ее строит Бонфрязин и петрок Малый. Бонфриади строительство начинается в 1505-1508 годах, заканчивается Петрок Малым, Малым, заканчивается уже в 1930-е годы. И а, вот она первая московская колокольня, которая а, пи, первая русская на самом деле колокольня, потому что до этого колокольни в России не строили, строили звонницы, либо церковь подводили под, просто под колоколы. И мы с вами получаем по сути, если посмотреть на план московского Кремля, то мы четко читаем площадь, итальянскую площадь эпохи Возрождения, которая, в общем, заложила всю идеологию московской и русской архитектуры на следующие 400-500 лет. Ну и если начинать прослеживать от самых древних до самых новых памятников, то эта тенденция, она как бы явлена в полной мере. Вот вам пример реминесценции раны барочной. Это церковь или собор Петра Митрополита 514-517 года виза нового это то что идея которая ляжет на самом деле она проявлена впервые была у доната браманта центрический храм строится она вполне себе в традициях высокого возрождения в италии но разумеется с некоторым а, а, упором и учетом местной местной ситуации местных местных каких-то представлений поэтому без ордера и а, можно говорить о том что церковь петра митрополита сильно напоминает памятник который стоит в риме на, на янькуле памятник доната Браманта в храмик темпьета да, и та же идея на самом деле, маленький, небольшой центрический храм, собором это назвать очень сложно, с единым внутренним пространством, с системой вот этих вот куполов, с системой таких маленьких как бы апсид, в которые прилегают капеллок если говорить итальянским, итальянским языком. Но ну, при этом там, конечно, есть четко выделенный алтарь. Но на выходе, когда начинаешь эти постройки непосредственно связывать, выясняется, что общего между ними гораздо больше, чем различий. Следующая вещь, которую надо сказать обязательно, это продолжение все той же линии итальянских влияний на русскую архитектуру в XVI веке. Это всем известно, хорошо известная церковь Вознесения в Коломенском, которую строит Петрок Малый в честь рождения наследника, которого звали Иван Васильевич. Соответственно, эта церковь в честь Вознесения Господня, который Петр мало виртуознейшим образом обыграл местные традиции. Вот они, ряды ложных келевидных закомар, которые окружают главный объем памятника. Но самое главное не это. Здесь, именно здесь впервые, э, за исключением, за, за пределами Кремля, впервые появляется ордерная система, которая пока еще носит такой очень э, я бы сказала, декоративный характер, но тем не менее она здесь есть, она четко читается, это полноценные капители, пока без баз, но тем не менее она есть. И с этого момента московская архитектура начинает потихонечку переходить на этот западноевропейский ордерный язык. Надо обязательно вспомнить, невозможно не упомянуть, если уж мы говорим о шатровом зодчестве, церковь в острове, которая неизвестно кем построена, и неизвестно точно ее датировка. Но, тем не менее, я отношусь к числу людей, которые считают, что она была второй, и была построена после церкви Вознесения в Коломенском, и она тоже стоит на высоком берегу реки, существовала некоторая перекличка, она просто стоит ниже по течению, и существовала некоторая перекличка между, там тоже царское село, остров, перекличка между Вознесением в Коломенск, в Ясный день и остров. Их было когда-то видно, сейчас не видно совершенно, они обе застроены. Церковь, вот она поближе, вот ее план, для того, чтобы вы просто понимали, где это находится, это в Домодедовском районе Москвы, напротив, с другой, по, по другую сторону реки, от ровно напротив Николого Грешского монастыря или подмосковного города Дзержинский. Еще один памятник, который для нас очень важен, это памятник, который называется «Церковь всекновения главы Иоанна Предтечи в селе, селе Дьякова» 1529 1580 год. Она довольно долго строится, она рано закладывается. Село Дьяково – это село, которое граничит с Коломенским непосредственно. Через овраг там надо пройти, чтобы попасть из Коломенского в Дьяково. Храм этот очень важный, храму без колокольни вот здесь очень хорошо видно, звонится на левой картинке. Когда мы начинаем его рассматривать и смотрим на его конструкцию, а самое главное на план, мы вдруг совершенно неожиданно выясним для себя, что эта церковь является предшественницей вот этого храма, хорошо нам всем известного, храма, который, как мы считаем, типично русское произведение искусства, на самом деле нет. Это храм, который называется Покровский собор Шнарву или храм Василия Блаженного, строится он в середине XVI века, 1555-1561 года, неизвестно кем, есть книга Андрея Леонидовича Баталова, в которой он старается ответить, ответить, на вопросы, что такое собор, как он был построен, какова его идеология, это храм-памятник, и строится он в честь главной победы военной Ивана Грозного, взятия Казани и присоединения Казанского ханства к Московскому царству уже на тот момент. Значит, и здесь, если когда начинаешь на него внимательно смотреть, ты вдруг понимаешь, что все итальянские уроки даром не прошли. Потому что этот храм чуть более, чем, чуть менее, чем полностью, состоит из бесконечного рода цитаты и отсылок к современной ему архитектуре развитого манеризма предбарокко. Не раннего барокко, а именно предбарокко. Это архитектура таких мастеров, как Сангала младший это Джакома Виньола, это Джакома Лапорта, отчасти, это Доменик Фонтана. Это те люди, Которые формировали тот круг, в котором в конечном итоге вырастет а, и прорастет итальянская барокко. Именно поэтому архитектура 17 века, когда ляжет на эту почву в том числе и на почву Василия Блаженного, мы с вами получим в конечном итоге термин Московская барокко, Рышкинская барокко, потому что а, произойдет ровно то же самое, что происходит на Западе, только у нас немножко в своем варианте, в своем ключе. И этим отличается Россия. Все, что попадает сюда, откуда бы это ни пришло, немедленно превращается в русское. Это вот характерная черта в принципе русской культуры. Она по Сути своей эклектично, но при этом абсолютно самобытно. То есть, как только сюда в любое влияние западноевропейское, китайское, американское, не имеет значения, все, что попадает в Россию, немедленно становится русским и превращается в что-то что абсолютно самобытное, мало похожее на то, что на первоисточник вот вид сверху. И дальше Годуновская эпоха, которая забирает из а, вот этого многообразия великолепия в Грозненской эпохе. Да, у нас появляются пирамидальные храмы, такие как а, ц... храм Троицы живоначальный в, Хоро... в Хорошово 596-598 года, предсмуты. Да? Если посмотреть на план, видно, что сам храм – это не крестово-культная постройка, это, по сути, шатровый храм, только вместо шатра ряды ложных закомар, комар то, правда, уже не келевидных, а простых. Это храм с трапезной, то есть пос... к нему впоследствии будет пристроена трапеза. Вот вам еще один пример, это церковь а, Покрова в Рубцове, 619-625 год. Все то же самое, по сути мы имеем дело с вами не с крестово-купольной постройкой, а с а, постройкой шатровой, то есть шатра просто нет, а конструкция в общем-то очень похожа. И а, потом начинается период смута, от которого для нас ничего не остается. И дальше мы можем с вами говорить о возрождении, пер 17 век, это сначала возрождение, ближайшее а, к, по, после смути к до смути периоду, это шатровое зодчество, церковь Рождества Богородицы, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Путинках. А, о, Господи, в Медведкове что я несу? А, в Медведкове 1635 год, это имение Дмитрия Пожарского, одного из спасителей Москвы. Да? Это церковь Рождества Богородицы в Путинках, 649-52 год. И это так, пример так называемого русского, московского узорчия. Это то, что как раз что в конечном итоге будет отменено реформы Никона. И это как раз вот это и есть на самой настоящей реминесценции на западноевропейское а барокко. Причем в таком довольно неумелом, не очень хорошо понимаемом стиле. Для нас барокко, это прежде всего, для, по крайней мере, в первой половине 17 века, это скорее архитектура украшения. Да, это идея, иде, идеология украшения. Дальше можно как бы, в ту же сторону строиться в Никитниках, и троится в Никитниках, и выкрашено правильно, потому что сочетание белого и красного. Да, это уже московское сочетание в 16 веке строится Кремлевская стена, и с этого момента, а чуть позже там появляются башни, которые украшаются белым камнем. С этого момента сочетание красного кирпича и белого камня это очень московская тема, и она будет проявлена и в, в других архитектурных стилях московских в большом достаточном количестве церковь 1934 1953 года. Потом начинается период никоновских реформ, когда запрещают строить шатровые храмы, и самый яркий пример храма под старину, а под старину имеется в виду Успенский собор Московского Кремля, который даже на тот момент, в общем, старым не назовешь. Это Новоспасский собор Новоспасского монастыря в Москве, который строится в полном соответствии с никоновскими реформами. А дальше начинается, при этом строятся такие очень формальные, то есть, чего требовал Никон, Никон требовал пятиглавий. Появляются такие памятники, как церковь Георгия Кисарийского, на неэкзариска на большой полянке, где пятиглавие есть, но это пятиглавия формальное, на самом деле, как вы понимаете, купола эти ни в коем случае не рабочие, эти купола а, ложные, также как и шатер сохраняется, но шатер не возникает, как в Рождестве Богородицы в путинках, например, шатер не возникает везде, где только возможно, и а, вместо куполов или под купола, а он возникает как шатровое завершение колокольни, и вот эта вот форма небольшой пятикупольный храм и шатровое завершение колокольни, она кажется очень популярной, очень успешной, особенно на севере России, например, в Ярославле. При этом, а, когда речь заходит о каких-то царских постройках или о постройках, где а, вкладываются а, известные богатые люди, мы с вами возникают неожиданно для нас вот такие элементы с полноценной ордерной системой а, Каринска, каринско ионического ордера с совершенно потрясающими изразцовыми а, украшениями. Это а, Крутицкое подворье в Москве, неподалеку от Новоспасского монастыря. Это надвратные палаты Крутицкого подворья, один из самых невероятных, потрясающих памятников. Вообще все подворье очень интересно, любопытно. Я вам настоятельно рекомендую как-нибудь потратить время, съездить в станцию метрополитарская и посмотреть на него живьем, потому что правда это стоит того. Ну, конечно, когда кончится карантин. Значит, дальше приходит Нарышкинская барокко. Нарышкинская барокко связана с именем семьи второй, второй жены Алексея Михайловича. Это, в общем, просвещенные люди, это люди, которые э, понимают, что путь России на запад, и это неизбежно, и, вы, э, и возникает течение в рамках архитектуры XVII века, которую мы сейчас с вами называем значит, Нарышкинским барокко. Это в Московской области, это спас в уборах, который строит Яков Бухвостов. А вот это вот, да, это он, и здесь очень хорошо видно. Вот колонки, например, которые колонки храма Соломона. На них, например, стоит Палатина или Балдахин в соборе Святого Петра. И здесь уже не просто некое заимствование, как, скажем, вот здесь, такое не очень осознанное, а здесь уже все вполне осознанно. То есть человек понимает, что можно сделать, что нельзя, зачем он ордер, куда его надо правильно ставить, как надо украшать окна. И, конечно, в наибольшей степени проявляется это в этом памятнике. Это еще один пример совершенно невероятного, очень развитого уже и понятного местного извода, местного стиля, который называется «Церковь Покрова в Филях». 1693 года одна из самых потрясающих, на самом деле, построек московского нарышкинского барокко с очень четким, ясным, понятным языком, очень четко, ясной, понятной, абсолютно светской по своей натуре коннотацией. Это пригородная церковь, тогда на тот момент пригородная, сейчас это район московской фили. Это четверик, обнесенный вот этими апсидами, да, с прорезанными стенами, это понимание ордерной системы, это понимание, что такое декор храма, как это должно работать. И в конечном итоге восьмерик на четверике станет главным примером, главной, главной формой церковного зодчества на рубеже 17-18 века дальше, если мы продолжаем говорить о барокко, то мы говорим, безусловно, о Петровском барокко, и это а, первая половина XVIII века. И я специально поставил две эти картинки рядом, чтобы вы могли сравнить. А, это церковь Архангела Гавриила а, в Архангельском переулке в Москве на Чистых прудах, то есть Менщикова башня. С правой стороны а, Петропавловский собор, который строит Доменико от Резини, а значит Архангел Гавриила строил якобы Иван Зарудный, это начало XVIII 18 века, 1807 год. Но ощущение такое, что это вот перед Менщиков положил перед архитектором книжку с фотографиями и показал ему все, что он в Западной Европе увидал. И вот это все, что он в Западной Европе увидал, ему на церковь и налепили. Это придворная церковь при Менщиковском дворе в московском. И церковь совершенно невероятная, у нее потрясающая история строительства. Она каменная, не кирпичная, поэтому ее цвет это имитация вот этого московской темы да, сочетание красного и белого. А дальше. Если мы говорим с вами о московском барокко, то через Петровское барокко, например, через такие памятники, Палата Аверки и Кириллова на Болотном острове, она приходит постепенно к настоящему большому барокко, большому стилю. В Москве это называется Елизаветинская барокко, памятников очень мало. Ха, я бы сказала, что их всего два. Это, прежде всего, это дом Апраксиных Трубецких 1766 года, который вроде как строит Ухтомский, а вроде как не Ухтомский, а может быть расстрелили, а может быть еще кто-нибудь. А, почему так много вопросов по поводу авторства? Потому что пожар 12-го Года уничтожил документацию э, техническую бумаги просто сгорели архивы сгорели бумаги сгорели и зачастую о московской архитектуре до пожарной мы имеем представление только по каким-то косвенным источникам и можем весьма приблизительно определить авторство после пожара уже легче гораздо а вот до пожара даже дом пашкова в общем под вопросом кто там его автор непонятно Собственно говоря, это первый дом праксе трубецких москвичам известен как дом-комод. А это второй пример э, высокого барокко в Москве, это церковь святого Климента Папа Римского, которая стоит рядом со станцией метро Третьяковская. архитектор ее неизвестен, хотя людей, которых вписывают туда в авторы, много, включая самого Франческо Бартоломео Растрелли, Карла Бланка и еще ряд других мастеров, потому что уж больно она похожа на Смольный собор. А, возможно, не знаю, спорить не буду, но тем не менее, абсолютно точно могу вам сказать, что это памятник высокого Елизинского барокко в Москве. Дальше начинается эпоха переходная между классицизмом и барокко, и первым таким мастером становится... Василий Иванович Баженов, и это вроде как его постройка, я еще раз повторюсь, точно непонятно. Это Пашков-дом, 784-86 год. Баженов под вопросом, но это памятник, с одной стороны, который можем отвести, отнести к такому нормальному, раннему французскому классицизму, а с другой стороны, в нем слишком много итальянского, в нем слишком много того, что мы в конечном итоге называем итальянской виллой. Это и два флигеля, между которыми когда-то был открытый коридор, это и бельведер на крыше, который на самом деле выглядел совершенно не так, как он выглядит сейчас. Это и статуи. И которые стояли на а, балюстраде крыши, сейчас там стоят вазоны, ну а это после пожарного добавления дом восстановил и Еще ряд других деталей, которые говорят о том, что в этом доме очень много барочности, барочной архитектуры, причем итальянской барочной архитектуры. Но, тем не менее, все это относятся к как, московскому, к крайнему московскому классицизму. Я бы отнесла это к рубежному памятнику между Москвой, между э -э, классицизмом и барочной архитектурой. А это уже самый настоящий классицизм. Это здание странно-приемного дома графини Шереметьевой, которое строили два архитектора. Основной объем здания был построен архитектором Гелезвоя Семеновича Назаровым. С 1792 года постройка вот этого полуротонда колоннада. Это Джакома Кваренги. Есть легенда про то, что это вид Сухарева башни. Есть легенда про то, что когда Шереметьев показал проект Кваренги, Кваренги сказал, что все, все хорошо, но не хватает чего-то, и сам нарисовал вот эту вот полуротонду, на что Назаров сказал, вот он нарисовал, пусть он и строит. Такой элемент московской фоноберии, в этом во всем есть. А, значит, ну и дальше московский классицизм, который делится, как весь русский классицизм на два основных а, периода: до Наполеона, после Наполеона. Этот строгий московский классицизм, да. Вот еще один пример строгого московского классицизма это манера. А, господи, а, Сенат, извините. Сенат в московском Кремле Матвея Казакова тоже такой очень строгий, понятный. Скорее инициированный французской архитектурой, чем итальянской архитектурой здания. Хотя купол, конечно, это купол пантеона. И с тех пор, с момента строительства, с момента того, как крымская архитектура открылась, это всегда купол пантеона. А дальше после пожара возникает уже московские ампиры. Это главный московский стиль на протяжении почти 120 лет. Ампир, символика, семантика военной победы. Это большой театр, всеми нами хорошо известный, Осипа Баве. Это московский ба манеж, который строит в 18-м году Алаэс Бетанкур, а потом в 25-м году 19 -го века Осипа Баве придает ему вот эту вот, а -а архитектурную, если хотите, а декорацию, а потому что на самом деле это все действительно декорация. И московские ампиры, памятников московского классизма довольно много, и перечислять их, в общем-то, бесконечно, а можно бесконечно, и только про них можно делать там не просто лекцию, а целый цикл лекций. Ну, вот а относительно современный вид Москвы. Манежа, потому что ну, это, конечно, уже никакой не Бавей, не бетанкуры, это ну, абсолютно фейк. А дальше начинается период историзма, который начинается со строительства вот этого прекрасного здания, которое Федор Михайлович Достоевский весьма остроумно назвал сундуком на бровке Боровицкого холма. Это дворец, Большой кремлевский дворец архитектора Константина Тона, построенный им по заказу государя-императора Николая Павловича которые становятся воплощением нового направления, в том числе и в московской архитектуре, которую у искусствоведов носит такое немножко пренебрежительное название «историзм» или «эклектика», а еще можно некоторые более благожелательно настроенные искусствоведы это называют это архитектурный романтизм. Этот архитектурный романтизм связан прежде всего тем с поисками. Это долгий на самом деле процесс поиска себя, и он приведет во всей Европе рождение понятия нации, потому что до XVIII века, до Великой Французской революции понятие нации в общем-то не существовало. Оно впервые появляется в трудах французских просветителей, когда мы с вами понимаем, что есть англичане, французы, немцы, русские, итальянцы, испанцы и так далее. До этого мы с вами говорили, эпоха с феодализма это подданство, подданные французского короля, английского короля, немецкого короля, ну там и кайзера, а, значит, итальянского короля, русского царя и так далее. И вот поиски самостоятельной, ну если хотите, национальной идентичности приводят к появлению исторического стиля в архитектуре, который во многом, в большом количестве проявляется, причем в рамках историзма существует направление «бозар», в Москве его, кстати, практически нет. Базар прекрасное, прекрасное искусство. А, значит, ну самым ярким примером базара, пожалуй, можно назвать, наверное, музей Арсе в Париже бывший вокзал. А здесь уже пошли реминесценции на некую русскость. Что такое русскость, правда, Константин Тон понимает весьма приблизительно, поэтому, когда встает вопрос о том, что надо построить под Византию, а Византия воспринимается, ну, помните, да, первый римпал, второй римпал, а, третий Рим стоит, и, и значит, и не пойдет никогда, по падению не бывает. Соответственно, он а, берет, строит храм спасителей Спасителя, за основу храм Спасителя он берет византийскую архитектуру, о которой он имеет весьма приблизительное представление. А, он знает, что пятикупольная архитектура на этом, собственно говоря, его знания заканчиваются, поскольку Константинтон византийской архитектуры в глаза здесь не видывал. Вот в, на этой картинке для примера план сверху план Христа, храма Штата Христа Спасителя, а внизу план Церковь на святых апостолов в Солониках это последний период развития византийского искусства. Вот что такое крестово-купольная конструкция, крестово-купольный храм. А вовсе не то, что построил Константинтон. В конечном итоге храм Штата Спасителя появился первым. Первым-первым храмом, вот этого псевдоисторического стиля, псевдо, в данном случае псевдовизантийском его варианте. Вот так он выглядел на момент своей постройки, так когда то выглядела станция метро Кропоткинская. Но это вот фотография 30-х годов, еще до сноса храма, но уже в тот момент, когда Москву реку начали надевать, одевать в гранит. Значит, в этом же уже псевдорусском стиле строится, например, здание Государственного исторического музея Шервуд, 75-81 год XIX века. Строится под Кремль. Кремль воспринимается как самая настоящая русская страна. И как бы на тот момент исторических свидетельств никто не понимает на самом деле, что это не русская постройка по сути своей. И по характеру. Но я вам уже повторял, что все, что сюда приходит, немедленно становится русским. Русский, в конце концов, просто прилагательное слово. ГУМ туда же, в ту же степь, при этом а, в этих псевдорусских купеческих, на самом деле, буржуазных постройках всегда применяются последние технологии. В ГУМе, например, появляются эти перекрытия которым многие приписывают Владимиру Шухову, это не шуховские перекрытия. Он никакого, Владимир Шухов никакого отношения к строительству ГУМа никогда не имел. Это большая ошибка, но, тем не менее, это до сих пор предмет почему-то споров. Нет ни одного чертежа Шухова, при том, что его архив довольно хорошо сохранился, нет ни одного свидетельства в пользу того, что Шухов когда-либо участвовал в строительстве ГУМа и проектировал эти, эти потолки. Тем более, что и конструкция там не шуховская. А дальше а, возникает, технология, а, возникает типология доходных домов, коих в Москве на рубеже веков появляется довольно много. Правда, невозможно пока говорить отнести их к какому-то стилю. Это нечто, а, это даже не псевдоисторический стиль, это просто стиль многоквартирного дома. Это Дома Рязанской железной дороги. Это подворье Троиц-Сергиевской лавры в, на Ильинке, уже псевдорусском стиле, ну и понятно, почему это Ильинка. Да, а это доходные дома дом, для, дома для бедных, вот то, что сейчас... Извините, у меня отключается периодическая мышка, поэтому... Значит, вот это вот, там, где сейчас находится Роснефть, это когда-то были доходные... И вот это вот тоже доходные дома братьев Рябушинских братьев Бахрушиных, извините, предназначены для бедных. Просто район, в котором они стоят, был не самым удачным районом, потому что Болотный остров, так называется, потому что его регулярно затапливало, а там реально было болото. Ну а постепенно в Москву приходит модерн со всеми неоклассическими и прочими реминесценциями. Это Киевский вокзал Рерберга, и это уже постройка эпохи модерна, это совершенно новое понимание, и это уже Шухов когда-то был. да. И возникают новые технологии, у нас появляется с вами первый московский тучерез НРЗ, часто находится Мосздрав, наследие, как он там называется, это контор по здравоохранению. А потом, собственно говоря, уже благодаря Федору Шехту и ряду других мастеров, в Москве появляются памятники, которые в полном смысле можно назвать модерном. Это модерн Венский, это а, образец, для, за образец особняка Рибашинского взят венский модерн. Для модерна крайне характерно, во-первых, использование кафельной плитки, майолики, всевозможных систем украшения здания, сочетание разных великих объемов, планировка изнутри наружу и масса других таких деталей, которые нам легко позволяют модерна а, определять а, а, от остальных стилей. Это особняк э, Дирожинской, знаменитый тоже Федора Шехтеля, тоже совершенно невероятный по качеству, и там потрясающая гостиная, конечно, с великолепным камином э, Адама Ева. И когда-то предполагалось, что Борисов Мусатов здесь должен был бы накрасить свои картоны, он не красил, потому что Дирожинская предложила ему унизительно мало денег. И сейчас, когда была реставрация, дом сейчас занимает э, австралийское посольство, они восстановили картоны Бориса Мусатова, сохранились, и по ним они накрасили этот фриз сделали и выглядит это конечно совершенно потрясающе а, они на своем сайте официально опубликовали фотографии есть интересно, полюбопытствуйте это вот такого рода модерн московский тоже такой немножко липоватый китай китайский. Надо это Лев Кекушев он вообще был мастером м, а, такого рода архитектуры такого он виртуозно владел но он, на самом деле архитектурного образования не получал он закончил от гражданских инженеров это вот такого рода да, дома это м, довольно интересный дом он, это доходный дом Шамшиной, 909 -го года. Его строил Николай Николаевич Боговещенский, а вот наружную отделку его сделал uh, Федор Осипович Шехтель. Это такой строгий модель, почти модерн, почти югенштиль. То есть в Москве даже модерн разный. И у нас есть венский модерн, у нас есть французский модерн, у нас есть итальянский модерн Либерти, у нас есть югенштиль. То есть в Москве даже модерн разный. Москва, еще раз повторяю, город весьма разнообразный в архитектурном отношении. И вот вам французский модерн, французский рациональный модерн. Это дом, который называется дом московского купеческого общества. Это то, что мы сейчас назвали с вами шоу-рум, строит его Федор Очевич Шехтель. И именно из этого дома, из этого рационального направления эпохи модерн рождается архитектура, которую мы сейчас с вами знаем как здание авангарда. Ну и неорусский стиль, безусловно, это церковь Абрамцева, с которой все начинается. А вот, например, доходный дом Перцевый, который а, строит инженер Перцев для своей жены. Там не сохранилось ни одного интерьера внутри, там находится сейчас консульская служба Мида. Но снаружи всегда помните о том, что в оформлении этого дома он принимал участие художник Малютин. Это псевдоготика, неоготика Шехтеля для Морозова, дом Морозовой на Спиридоновке. Это неоклассик Лазарева, Виктор Никитич Лазарев, его сын, который да, ну, один из там, легендарных преподавателей Московского университета истории искусств. Когда смотришь на постройки его отца, сразу все по, 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 поводу текстов Виктора Никитича становится понятно. Значит, и в конечном итоге, если мы уже говорим о продолжении рационального модерна, то рационального модерна становится авангард. Авангард возникает практически одновременно. Вообще, на самом деле, авангард рождается в, в Западной Европе. Он р... первым зданием, одним из первых зданий эпохи авангард считается, да, с -с здание фабрики Фагус на Иване, которое строит Вальтер Гропиус, рождается Баухаус, Лека Бюзье журнал Экспри Ново, а в Москве после революции начинает, начинается новое строительство. Это строительство, конечно, ведется в формах, которые сами э архитекторы называют конструктивистскими. И вот этот конструктивизм заявлен не московских памятников в полной мере, но авангард и московский авангард прекрасен прежде всего тем, что о, если э, на Западе существует только конструктивизм, точнее, они на Западе это называют функционализмом то в Советской России в рамках авангардного течения формируется вторая идеология. Вот есть конструктивизм, а возникает рационализм. То есть есть условный Гинзбург, есть, напротив него стоит условный Ладовский. Это люди которые с абсолютно разным подходом к архитектуре. То, на что вы сейчас смотрите, это памятник эпохи конструктивизм. Это дом Наркомфина который вот на нижней фотографии, то, как он выглядел до недавнего времени, а вот вам, как он выглядит сейчас. Эта фотография сделана была в феврале прошлого года, тот же фасад которые наконец-то привели в порядок. И, в общем-то, никогда у меня лично не было опасений по поводу того, что он завтра немедленно упадет, но все этого страшно боялись. Тем не менее, смотрите, стоит себе прекрасно, был, значит, его там продали квартиры, он будет жилым, и даже, возможно, одна из нескольких ячеек будет модифицирована. То есть мы с вами наблюдаем за тем, как конструктивистские памятники возвращаются к жизни. Это важно, потому что конструктивисты, именно они, и функционалисты, именно они сформулировали главную идеологию жизни 20 века, идеологию городского жителя, недорогие, небольшие квартиры, в которых люди могут как можно меньше времени тратить на обеспечение прихаживание своих квартир как можно больше времени тратить на общественную жизнь коронавирус не предусмотрели. Значит, это еще один пример конструктивистской постройки. Это дом коммуна Николаева, это коммуна Орджоникидзе при текстильном институте в Москве. Совершенно уникальные, потрясающие здания. Причем вы должны понимать, что дома коммуны, да, конечно, с коммунизмом слово однокоренное, но это никакого отношения к идеологии коммунистической не имеет. Весь авангард направлен на одну очень простую вещь, освобождение эмансипацию. Освобождение человека от быта и освобождение человека от необходимости содержать дом. Отсюда фабрики кухни, чтобы не готовить, фабрики прачечные, чтобы не стирать, детские сады, чтобы не сидеть с детьми. А, значит, школа продленного дня – та же причина. Чтобы человек тратил, как и отсюда маленькие площади. Человек не должен тратить свое время, время своей жизни, которое довольно ограничено и довольно мало на самом деле. Мы живем очень мало, ну там 100, 100 лет, предположим, но это же вообще ничто вот и тратить это время на стирку, готовку, уборку, не надо, надо тратить его на что-то хорошее, на что-то прекрасное, на что-то замечательное. А, а на это все можно совершенно спокойно скинуть там на фабрики кухни, фабрики прачечной и на прочие какие-то дела. Ну, как бы авангардисты не могли же себе представить, что у нас у каждого в квартире появится стиральная машина. И мы сможем, например, и микроволновые печи, и холодильники, потому что они-то живут в мире без холодильников, без стиральных машин, без микроволновых печей. Для них действительно готовка, это большой, это большой опыт. Попробуйте как-нибудь ради интереса выжить под одеяльник руками. Или приготовить обед на семью из трех человек при условии, что вы должны каждый день готовить заново из новых продуктов, потому что у вас нет холодильника, вы не можете приготовить и забыть. Вы не можете сварить суп на неделю. И вот эта вот а задача простая, эмансипи, эмансипация, прежде всего эмансипация женского населения. И женщины должны выйти, они должны перестать обслуживать мужчин, они должны выйти на работу. Страна только что вышла из Первой мировой войны, революции, последующей за ней гражданской войны. Потери огромные, людей не хватает, страну надо вытаскивать. И вот на, именно на вопрос эмансипации отвечали, и отсюда коммунистический, коммунальный быт, коммунистический быт, да, общий, потому что коммуны это общее, то есть к слову, которое придумывает Карл Маркс, это имеет весьма отдаленное отношение. Значит, вот вам еще один пример дома коммуны, именно дома коммуны это общежитие архитекторов, где э, архитектор для себя строит корпус с ячейками, для рабочих они строят квартиры малосемейные, есть э, дом быта, есть фабрики и прачечные, он до сих пор стоит на Гоголевском бульваре. Сейчас он выглядит так, его бы после войны в 50-е годы надстроили еще на два этажа. Появляются дома культуры, это ДК ЗИЛ один из самых потрясающих на самом деле ДК. Но ну, я бы отнесла это м, к переходному периоду между как бы, конструктивизмом и уже новая нарождающейся архитектуры, о которой я чуть позже скажу. Это еще один пример совершенно невероятной авангардной архитектуры, комплекс «Правды». Ильи Голосова, да, как бы это пример офисного здания эпохи авангарда. Это еще один клуб ДК имени Зуева. А это как раз пример рационализма. Это пример Uh, это дом архитектора Мельникова в Криворожском переулке – это совершенно другой уровень uh, мышления, другой совершенно уровень рефлексии архитектурной и uh, отличить на самом деле авангард одного от другого довольно сложно, если ты в этом не очень хорошо разбираешься. И обычно все называют конструктивизмом. На всякий случай я прошу вас запомнить: Мельников не конструктивист. В свое время Жан Луи Коин очень любит рассказывать про то, как он пришел к Мельникову, раз назвал его конструктивистом, так его Мельников с лестницы спустил и правильно сделал, потому что Мельников не конструктивист. Вот. Так что вот такие вот дела. А дальше, ну вот вам пример того, как встраивается в, это, в, в эту конструктивистскую, конструктивистскую, авангардную идею старые архитекторы. Это нарконзем Алексей Викторович Ищусев, который до сих пор стоит на Садовом кольце в районе Красных ворот. А это Иван Александрович Фомин, не просто а, архитектор с классической закалкой, ученик Лидваля, а, человек с академическим образованием, он закончил Академию художеств, он последовательный неоклассик, поэтому, когда встает вопрос о том, что он должен построить а, новое здание, наркомат путей и сообщений, он, по сути, строит... А ну, несколько видоизмененная палата э, публика итальянская, да, с компанилой, на которой есть часы, с колонадой, э, потому что он вообще не понимает, как здание может работать без колонны. Никак не может работать. И вот эта вот прекрасная авангардная архитектура, та же, как и во всем мире, постепенно начинает сменяться новая архитектура, которую можно назвать ар-деко. И это то, что я сейчас вам говорю, это такой бесконечный э, предмет спора современных исследователей. Можно это называть Ардеко, нельзя это называть Ардеко, сталинское Ардеко это что такое, никто этого на самом деле понять толком не может, но я вам хочу сказать, что а, это, конечно, Ардеко. Вот по-моему глубочайшему. Это никакой не постконструктивизм, вот все, это все излишние конструкты. Ардеко ⁇ это стиль, который формируется в Соединенных Штатах Америки, формулируется уже к концу 19 века. В Америке не было никакого авангарда никогда, потому что там нечего было. Э -э, Авангард, не путь вперед, а путь назад. В Америке не к чему идти, к вигвам, что ли. Поэтому они сформулировали Ардеко, это, если хотите, американский модерн, который приходит в Европу после м -м, Первой мировой войны. В 1925 году он заявляет о себе в полный рост, и поэтому он получает название по выставке м -м, в Париже в 1925 году, и он приходит в Советский Союз ровно тогда же, когда он приходит везде. И какое-то время Ардеко и модернизм авангард существуют параллельно, а потом постепенно Ардеко побеждает, и модернизм свое берет уже после Первой мировой, Второй мировой войны. Это библиотека имени Ленина, которая находится ну, там, непосредственно близости от нашего музея. И это наверху проектный лист Чуко-Гельфрейха, а внизу уже реализация с первым павильоном станции метро библиотека имени Ленина. Это улица Тверская, которая была перестроена по проекту архитектора Мардвинцева в середине 30-х годов. А это уже послевоенная ардекошная история. Это Дмитрий Николаевич Чечулин, это дома на Швивы-Горке как раз. Uh, это дом на Котельнической набережной, который тоже по идеологии, конечно, абсолютно американские небоскребы. Вот так он выглядит в натуре, это его проектный чертеж, так он выглядит в натуре. Параллельно с Ардеко существует классицизм, который никуда не девался. Главный певец московского классицизма 20 рубежа 19-20 века это Иван Владиславович Желтовский, поэтому вы сейчас смотрите на его инкарнацию Лоджи Дель Капитана Андрея Палладио под названием «Дом на Маховой», который еще называют последним гвоздем в группу конструктивизма. Значит, и uh, сразу после войны эта ампирная тема заложенная в творчестве желтовского возникает в творчестве его учеников прежде всего Михаила васильевича посохина и там даянс когда они строят здание а, министерства обороны новое здание министерства обороны это 44-46 год и здесь ампирная именно ампирная тема это классицизм это не ардеко это и есть сталинский ампир. вот это вот это вот это не сталинский ампир, это ардеко а вот это вот это это сталинский ампир. значит вообще термин придумал Хан Магомедов, и он определял единственный памятник сталинского вампира вот прямо ампира Ампира это послевоенное метро ну и, соответственно, здание а, Министерства обороны на Знаменке. Вот это вот это ампир. И дальше, после смерти Иосифа Сталина, сталинский ампир, разумеется, и ардеко сталинское тоже уходит в прошлое, и начинается стиль, который называется модернизм, и все тот же Михаил Васильевич Пасохин строит дворец э, съезда в Кремле, это дико интересно, на самом деле, истории постройка и конкурсы, вообще многие страшно недовольны, и мы говорят, что разрушил средневековый Кремль, возможно, я спорить не буду. Но, как мне кажется, всему свое время, и если уж говорить о времени, о модернизме, да, то постройка Посохина в Кремле она более чем уместна и более чем соответствует ему. Я имею в виду времени. И это, разумеется, Новый Арбат, который так и не был достроен, слава богу, потому что если бы он, не был, если бы он был достроен, музей, в котором я работаю, больше бы не существовало, ссадьбы бы снесли, потому что Новый Арбат должен был начинаться непосредственно от библиотеки имени Ленина. И это, вот, например, здание, сейчас я вам точно скажу, как оно правильно называется, Центральный экономико математический институт Академии наук СССР, сектор па Леонид Павлова, 70-е годы, с дом уха, знаменитый дом уха на профсоюзность, с Мебиуса. Да? Модернизм ⁇ это авангард, который, но ну, если авангард работал так или иначе в основном в традиционных материалах, кирпич, стекло, дерево, то модернизм в основном это бетон, металл и стекло. Поэтому он такой более, более формальный. И вот поздний советский модернизм, мраморный. Это здание генерального штаба, все того же Михаила Васильевича Посохина, построено в 1984 году. Ну и дальше буквально три слова о лужковской архитектуре, которая на самом деле поражает не столько своим многообразием, сколько, ну я бы это назвала, угадайте, что курил архитектор. Какие вещества употребляет архитектор? Я была внутри этого здания, это торговый центр «Наутилус» на Никольской площади, на Лубянской площади, улица Никольская. Это, конечно, невыносимо просто. Оно бездарно. Так же, как этот дом прекрасный, с башни Третьего коммунистического интернационала, дом Патриарх на Патриарших прудах. Причем появляются вот так, появлялись вот такие вещи. Это так называемый Помпеянский дом архитектора Филиппова на улице Казакова. Ну и, разумеется, особенно обидно вот за вот так. -то. Вот так вот было, вот так стало. Вот так было, вот так стало. И вот за это просто и архитектор или его инвестор горят в аду. А дальше современная московская архитектура обладает всеми необходимыми, на самом деле, качествами. Я уже сказала, что Москва город максимально разнообразный в архитектуре. Сегодня у меня не было, как бы, задачи, да и времени осталось 30 секунд, поэтому к чему я вас призываю? Я вас призываю к тому, что когда все это наконец закончится, режим самоизоляции закончится и наступит прекрасная весна и лето, единственное время года, когда по Москве можно гулять, гуляйте по Москве. Наслаждайтесь Москвой. Москва из, один из самых потрясающих городов Европы, лучший город Земли. Спасибо. Да, забыла сказать одну очень важную вещь. Еще раз хотел поблагодарить э, ребят из э, Pike Media за то, что они сделали возможным эту э, трансляцию. И отдельно сейчас тяжелое время, особенно у музеев, как вы понимаете, посетителей нет, доходов никаких нет. Я хотел сказать большое искреннее личное спасибо компании ЛСР. И лично Андрею Молчану за то, что он продолжает поддерживать музей в этой очень непростой ситуации. Спасибо за то, что смотрели. Пока. В русском барокко, значит, я сейчас поотвечаю на... В русском барокко нет, общей идеологии такой нет. На самом деле все барокко, когда выходит из Италии, оно меняется. И, по сути дела, стиль, который направление, которое призвано прославлять христианскую веру в католическом понимании, католическую церковь вообще, за пределами Италии превращается в стиль прославляющих разного рода феодалов европейских. И в конечном итоге эти европейские феодалы в общем, раздербанивают стильно приемы круговой строение. Круговое строение — это значит, что город растет кругами вокруг цитадели. То есть это город цитадельного типа. Сначала строится крепость, а потом постепенно кругами начинает вокруг него нарастать город. Причина такого развития — ну, Париж так построен, потому что тут есть два типа развития. Город, который сразу строится по регулярному плану, это по системе. Это, как правило, города созданы искусственно. А города, которые возникают сами по себе, например, на высоких берегах рек, или как крепости приграничные, или как а, крепости на торговых, путях они как правило стадельного типа то есть растут вокруг стадели кругами почему многим памятникам значит зачитываю вопросы почему многим памятникам архитектуры сейчас сложно найти применение и они стоят заброшенные во многом потому что это памятники архитектуры дело в том что архитектура не, не умирает тогда когда она не нужна Соответственно, если вы не можете никоим образом изменить функцию памятника, а функция эта вам не нужна, то архитектура просто умрет. Поэтому я сторонник гибкого подхода. Там, где это возможно, безусловно, музейное сохранение, там, где это невозможно, памятники должны быть, становиться частью городской среды, городского пространства и возможно менять свою функцию, менять свое назначение. Собор Василия Блаженного ⁇ это архитектура, или как возмущались французы, черт знает что. И вообще коробка с Монпасье. Я не поняла вопроса, в смысле, конечно, архитектура это же здание. Вы хотите, чтобы я оценил его с архитектурной точки зрения? А для меня я москвичка. Я всю жизнь живу в этом городе. Это лучшее здание вообще в мире. Вот чего вообще? Дурацкие вопросы задаете. А то, что там французы возмущали, знаем, в Париж. В Париж съездите и посмотрите, возмущаться они еще будут. Да, Париж по сравнению с этим, по сравнению с Москвой, просто унылийшее место на Земле. Это ничего, значит, что не коробка с Манпасией. Собор Василия Блаженного абсолютно часть а, западноевропейской, прежде всего итальянской традиции эпохи манеризма. Это понимаешь, когда начинаешь смотреть, ездить по Италии, смотреть на эти итальянские постройки. Проблема наша всегда состояла в том, что мы никогда не воспринимаем себя как часть западноевропейской цивилизации, а мы ее часть. Наша главная беда еще состоит в том, что европейская цивилизация нас не очень хорошо любит воспринимать. Но это довольно странно. Это как м -м, старший брат, который не очень хочет признавать своего дальнего родственника. Мы христиане, хотим мы того или не хотим, даже если вы в Бога не верите, вы все равно христианин, потому что вы существуете в цивилизации, созданной христианами. И а, мы не а, верим в Аллаха, мы не верим в Буду или еще там в каких-нибудь оживленные камешки, как японцы. Мы верим в Христа. И мы, нам европейская культура гораздо ближе, особенно в итальянском ее исполнении, в итальянском эквиваленте. Когда ты сравниваешь собор Василия Блаженного и палаца Дельте с разницей, построенные с разницей в 15 лет, ты вдруг неожиданно понимаешь, что в соборе Василия Блаженного гораздо больше европейской архитектуры, чем мы принято считать. Это не русское изобретение. В России так никогда не строили. Русская архитектура, если хотите знать, что такое русское, по-настоящему русская архитектура, ой, изба, вот вам пример русской архитектуры. Значит, золотые ворота во Владимире и соборы Владимира разве построены не европейскими мастерами, прибрежившие от Фрибериха и Барбароса? Почему мы отсчитываем европейскость не от этих сооружений, а от более поздних? Мы отсчитываем, потому что Владимир не столица Москвы, не столица России. А, Влада да, они были построены а, немецкими мастерами, которые действительно пришли от Фредерик Барбароса. Да, безусловно. Но а, Владимирские соборы остались во Владимире, а московская архитектура начала довольно быстро влиять на все, в том числе и на систему мышления, в том числе и в новых городах, таких как Петербург. Соответственно, Владимир в большую часть последних лет жизни, да, то есть последние 500 лет он просто существует в рамках небольшого города на границе сначала Московского царства, а потом просто один из городов центральной власти России. Поэтому, да, я же сказала, что Владимирское зодчество это тот, тот камень треугольный, который ложится в основу зодчества Московского, но именно в основу это как семечко, из которого прорастает Московская архитектура, которая, конечно, безусловно гораздо влиятельнее и еще один очень важный момент, все-таки я в Москве живу, а не в Владимире. Какие главные отличительные признаки ардеко? А, так, а, отлич, а, а, отличительный признак ардеко. Ардеко это э, такая смесь классицизма, модерна и авангарда. То есть, прежде всего, от классицизма достаточно большое количество элементов, такие как портики, аттики купола, может быть, такие стилизованные, система внешнего декора, статуи на, в нишах и на балюстрадах. То есть это элементы классической архитектуры. От модерна богатство, убранства, Да? То есть это всегда мрамор, это всегда дубовые панели, это всегда хрусталь, это всегда золоченая бронза, бронзовые ручки, ковры, дорогущий паркет. То есть вы хотите понять, что такое богатство ордеков милости прошу на главную лестницу библиотеки Ленина или там на любую станцию Московского метро построен до войны, то есть демонстрация денег. А от ангарда это функционализм. То есть архитектура Ардеко очень предельно функциональна. Функционально, она всегда строится и проектируется по принципу эпохи модерна, изнутри и снаружи. То есть Ардеко ⁇ это стиль, который до конца мы еще не, не артикулируем, Слишком мало времени прошло. По около 100 лет, да, меньше 100 лет, с момента, когда стиль становится главным для Европы. Но совершенно точно могу вам сказать, что сталинский Ардеко ⁇ это сталинский Ардеко. И не существует никакой тоталитарной архитектуры, это бред. Существует тоталитарное общество. Тоталитарная архитектура — это чушь какая-то. Не существует тоталитарной архитектуры, существует плохая архитектура и хорошая архитектура. Так получилось, что архитектура, которую Шпеер, несмотря на то, что Шпейер был абсолютно гений, придумал для Гитлера, она плохая. А вот эта архитектура, которая появлялась в не менее тоталитарной Италии, в эпоху фашизма она в общем неплохая поэтому она стоит до сих пор до сих пор используется по этой же причине используется сталинская архитектура потому что она неплохая сама по себе архитектура неплохая поэтому э, я я считаю это мое э, абсолютное убеждение что если мы говорим с вами э, об архитектуре любого периода надо отталкиваться от личности конечно безусловно это исторической какой-то реальности но ни в коем случае нельзя э, навешивать на архитектуру политические ярлыки в таком случае, смотрите, символ архитектурности, символ эпохи Ивана Грозного – это собор Василия Блаженного. Вот скажите мне, пожалуйста, в какой степени у вас Иван Грозный ассоциируется с собором Василия Блаженного? Вот все, что вы знаете об Иване Грозном, у вас ложится вообще вот в собор Василия Блаженного. Обычно Иван Грозный – это, это, это опричнина, значит. Басмановы, убийство, сначала казнь, потом убийство митрополита Филиппа. Это кошмар, кошмар, ужас, ужас, ужас. Потом ты смотришь на Красную площадь, и какой-то наступает когнитивный диссонанс. Вы должны понимать, что те политические, прежде всего политические ярлыки, которые вешаются на архитектуру в разные периоды жизни, сегодня это хорошо, завтра это плохо, сегодня это тоталитарная архитектура, завтра не тоталитарная архитектура, это все чушь собачья. А, смотрите на форму, смотрите на, на, на то, как это работает сейчас до сих пор. А все остальное, те, да, конечно, архитектура, как любое искусство, всегда выражает некую идеологическую составляющую, некую идеологическую некую идею. Но в конечном итоге это выражение этой идеи совершенно не делает архитектуру хуже или лучше. Поэтому я терпеть не могу сочетания тоталитарной архитектуры. Мне крайне не нравится концепция постконструктивизма, потому что она бреду по своей сути. Что такое плохая архитектура? Что такое плохая архитектура? Плохая архитектура – это карбюзия. Это плохая архитектура. Плохая архитектура. Что такое хорошая архитектура? Вот у меня на столе лежит книжка архитектора Витрувия. Это римский архитектор, который жил в во второй половине значит первого века до нашей эры во времена значит во времена Юлия Цезаря, ну, Октавиана Августа скорее, который написал эту книгу в надежде продать себя императору, да, чтобы он его нанял. как имя. И он здесь очень подробно расписал, что такое архитектура современная ему. И в этой книге он сформулировал три главных качества архитектуры. Так называемая триада ветрувия. Польза, прочность, красота. Если архитектура не соответствует хотя бы одному из этих критериев, это плохая архитектура. Польза, прочность, красота. Если польза, прочность, красота не работает, значит плохая архитектура в топку. Корбезье в топку. Шехтер и Кекушев разнозначно? Нет, не и Кекушев? Вопрос. Шехтель и Кекушев разнозначно в архитектуре Москвы? Нет. Шехтель и Кекушев не равнозначны в архитектуре Москвы. Кекушев важный архитектор, действительно такой серьезный, достаточно, но с тем влиянием, которое оказал э -э Шехтель на э -э московскую архитектуру, вообще на русскую архитектуру, влияние Кекушева не сравнить. Он, конечно, интересный персонаж, но все-таки, когда мы с вами описываем время, рубежа веков, когда мы с вами говорим о модерне, чаще всего мы показываем Шехтеля, а не Кекушева. И потому что Шехтель мастер более многообразный, см, несмотря на то, что Шехтель толком не получил образование профессионального, он мастер более талантливый, он более свободный а, в своем, если хотите, в своем архитектурном языке. И, конечно, Шехтель более влиятельный, чем Кекушев, поэтому нет, я не могу сказать, что они равнозначны. Вот, это был последний вопрос. Насколько я понимаю, вопросов больше нет. Если вопросы есть, напишите мне, пожалуйста, потому что я не вижу. Значит, я вам очень благодарен. Спасибо, мне пишут, все, благодарят меня за лекцию. Я всех тоже благодарю за лекцию. Я всех благодарю за то, что вы потратили этот час своей жизни на, значит, то, чтобы меня послушать и вспомнить о том, что в Москве есть музей архитектуры. Я очень надеюсь на то, что после окончания карантина вы придете в музей, и мы продолжим с вами постигать великий и невероятный мир архитектуры. И мы сейчас подготовили и откроем ее сразу после того, как выставка, как только карантин закончится, мы вы, вы сможете посмотреть колесницкие фрески. Это проект, который нам дорого дался и который мы очень долго делали, но я очень надеюсь на то, что он будет очень долго висеть. Вот. Я еще раз хочу поблагодарить всех вас за то, что вы меня слушали. Я Хочу сказать большое человеческое спасибо ребятам из Pike Media, потому что без них это было бы все невозможно. Отдельное там спасибо всем техническим службам музея, которые продолжают, Ксении Смирнову лично, за то, что все это было организовано и за то, что музей продолжает работать, пусть даже в таком необычном для себя формате. И я очень надеюсь увидеться с вами в скором времени в Музее архитектуры. Приходите. Пока!